Картина маслом. Мне почему-то так понравился этот вид. Знаете, такой какой-то в стиле рококо. Не, в стиле какой-то Франции, я не знаю, как что-то такое, знаете. Смятая постель, нищая. Такое, ну, круг только не вписывается там. Рококо. Я просто глянула, и вид мне очень понравился. Такой, знаете, минимализм. Ничего лишнего. Класс. Чого я раньше не подсунула ліжко до вікна? Чого? Ой. Просто окно, само окно делает вот эту всю картину. Было бы тут пластик стояло бы обычное, все. Все было бы перегажено. А так окно и пол дерева. И приятный хаос такой, знаете. Не знаю, что тут произошло, но остановки нет. Новая просто стоит. Еще придурок. Что хочу, то снимаю. Вообще охренели. Что там снимаешь, слышишь? Сидят, короче, пацаны. Я сейчас такая злая, что я сейчас поразрываю всех. Охерели вообще. Сейчас пойду бухну, немножко расслаблюсь. Не с кем же ж больше. Уже скоро подойду. Бар. Впереди церковь. Фу, жарко. Просто от вас жарко. Вот какая красивая. Кирпичная. Да, зла, у меня такое выражение лица. Парк. Короче, жду заказ свой. Заказала пиво, тут какая-то гулянка. Но ничего, нам это не помеха. Пол-литра всего лишь заказала. Хотя порывает на литр. Пиво такое офигенное. Вообще, мне кажется, мне его мало, конечно. Но надо как-то воздержаться. Чипсы офигенные тоже. Все, я уже дома. Ну, в принципе, уже давно дома. Видите, уже темно-притемно. В принципе, короче, пришла. Думала, я сейчас покурю. Пока полежала туда-сюда, перехотела. А потом еще полежала, вообще перехотела. Пошла, еще поела немного. И, короче, вот это спать хочется. В общем, купила я юбку, а потом кофточку ту желтую и футболку желтую. В общем, у меня сегодня покупки в желтом тоне. Сейчас попытаюсь вам показать, потому что вообще так спать хочу, капец. Просто вырубает. Пиво выпила, так классно пошло. Просто в ноги сразу, знаете, как вот давно когда-то было. Когда первый раз выпил чего-то в ноги, потому что это натуральное пиво, они сами делают. Какое-то руби. Ну, в общем, такое полутемное. Мне больше темное нравится, но, в принципе, нормально. Один бокал, и вот так вот хватает. Оно так классно, ну, опьянил, и не сильно, и, ну, и не... Ну, в общем, полный... Результат... Как говорится, на лицо.
сразу успокоил нервную систему, расслабил, потому что вот эти жужжалки по зубам, оно ничего никому радости не добавляет. Сейчас все-таки попробую одеть эту юбку и может еще. Хотя я не знаю, что под ту. Ну, я просто думаю, что под ту юбку много чего может подойти. Она такая интересная. Ох, и кофточка у меня есть еще синяя. Ой, яркая, как синяя с желтым. Желто-блакитная. Вот тут такая болевая точка. Ну, это еще вот остатки зубной этой. Я думаю, что завтра уже должно зажить. Оно такое как будто чешется. Рана заживает. Все. Так, вот она. Это обновка. Вообще обалденно. Я не нарадуюсь этой покупке. Короче, тут такая юбка, знаете. Она как бы вот так вот идет. Ну, то есть она не съемная, но она вот имеет такой покрой. Правда, в кофточке рукавчик немножко, если подтягивать, то давит. Надо сильно не подтягивать. Ну, обалденно. Помните, в Польше я что-то похожее мерила? Только другое, конечно. Но так и не купила. И наконец-то я нашла это желтое. Купила. Оно так прилично смотрится. Ну что? Как-то серьезно. Не шанди-манди. Есть еще у меня такая шляпа. О, кванта коста, дона мио, хан. Похоже на итальянку. О, сеньора, грация. Тин. По-другому себя чувствуешь в этой одежде. Ну, она более, ну, она же не дешевая, я вам скажу. Ну, как бы для меня. Сейчас вам юбка 529 гривен, а кофта что-то 300 с лишним. Ну, то есть это не 200 гривен. Но, к сожалению, за 200 ничего не было. Поэтому пришлось взять то, что было. Потому что перешивать старые шмотки – это гиблый вариант. Не умея шить. О, сеньор грация, прошу пани до коморы. Так, спать хочу вообще. Сейчас я вам покажу футболку. Сейчас сниму эту кофту. Ну, она футболка не под юбку, чтобы вы не думали. Просто покажу вам фасон футболки. В домашних условиях. Хотя, может, под юбку одеть, как Маруся. Эй, Маруся, ты Маруся, люблю я твою роду, люблю дивитися, люблю дивитися, як ти йдеш по воду. Ні, футболка просто под штанішки, не под юбку. І типа така, написана. Elegance is the only beauty that never fades. Короче, что-то там про красоту. Я перевела. Мне только неизвестно слово вот это фейдес. Думаю, ну, нормально вроде, не написано, я придурок. Ну, вот типа так. Ну, футболка это не под юбку, так что не надо мне писать, что подходит.
Вообще вырубает меня, конечно. Сейчас еще одену голубую кофточку, которую в прошлом году там же брала. Ой. Так жарко, короче, в квартире вообще дышать нечем. Под голубой я не уверена. Но для сельской местности, ну то есть для меня из сельской местности не вопрос. Я, короче, позиционирую Украину. Очень даже неплохо. Мне тоже нравится. А шо? Кто снимет чешу? Чи подарить? Вот как-то так. Нормально. Можно тоже носить. Типа я желто-блакитна. Так. Я вільна Україна. Вот получилось. Я поэтому брала юбку, потому что юбка – это универсальная вещь. Ты можешь ее одеть, короче, под что угодно, потом уже. Ну. А кофточки с юбками рядом висели, и они как бы сочетались, на мой взгляд. Сейчас еще одену вот эту зеленую майку, которую я купила, тоже новая. Если я не упаду спать, то я вам это покажу. И я, кстати, хотела сказать, что я тогда сильно обтянула пузо майкой. Надо так не обтягивать. Вернее, не надо так обтягивать. То есть, как-то так. Ну, майка грубовата, конечно, для этой юбки. Но, в принципе, как-то так. Если я одену, я думаю, никто не снимет. Поэтому я могу и так ходить. И так ходить, и так ходить, и так, и так, и так. На-на-на-на-на-на. И сыром пироги. Ге-ге. Нормально. И майка прикольная. Ой, тапок слетает. Вообще хочется снять тапки и ходить босиком. У меня так нога болит за сегодня. 10 тысяч шагов эти каждый день у меня. Эти уже 10 тысяч шагов, у меня уже пятка кончается. В общем, такая вот юбочка. Мне нравится, что тут вот такой запах. Прикольно. Я довольна. Я как ее увидела, сразу поняла, что эта юбка мне подойдет. Ну, майки, конечно, эти все, ну, такое. Может, не очень подходит. Я сейчас еще сама посмотрю. Я уже ничего не вижу. Я уже после пива. Нормально. И сзади. Азы гунгарунгарунгазы гунга. Жалко, не могу попрыгнуть. Хотя, по-моему, соседей внизу сейчас нету дома. Все. That's all. Так что я уже все купила, больше ничего не буду покупать. Нема, детка, грошов. Йо-йо. Ой, как хорошо босыми ногами по полу деревянным. Ну, в квартире дышать нечем. Все, короче. О, уже как раз, наверное, снимала на 8 хвилин. Вырубаюсь. Просто. Так бежала, чтобы пиво попить. Хай бог милая. Не, нормально, мне и это подходит. Ну, мне и это нравится. И то нравится, и все нравится. Все нравится. Все, короче, покедова.